космос на вырост. Что такое космос? Космос – это за небом разные там есть планеты. Меркурий, Венера, Земля, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Плутон – планета? Ой, нет. Космос – это такая Земля. Какая такая? Вот такая. Это бесконечная вселенная. А ты думаешь, она правда бесконечная? Нет. То есть у нее есть конец? Да. А что там находится в конце космоса? Я очень мечтала, чтобы там находилась страна с единорожками и со всякими волшебными существами. А в космосе есть спутники? Спутники, да. Знаешь, как они называются? Да, конечно, нет. А для чего еще спутники? Чтобы снимать звезд сверху. Ты сейчас объяснила понятным языком, что такое дистанционное зондирование Земли, Маш. Как ты думаешь, что такое OneWeb? Мне кажется, это какая-нибудь секретная сеть, пытающаяся выследить инопланетян. Дмитрий Олегович, у нас вот такое мнение есть. Какие бы вещи с собой взял в космос? В космос? Скафандр, например. Котов. Телефон. Кому бы ты звонила в космосе? Лия. А это кто? Моя сестра. Ты ее в космос с собой не возьмешь, но звонить ей из космоса будешь. Да. Просто Лиза живет в Лашихе, а мы с Костей в России. Честно говоря, не знаю, наверное, друзей своих. Их достаточно много, но взял бы двоих-троих. Ты бы кастинг какой-нибудь устраивал для друзей? Да, скорее всего, потому что они все равные. А какие бы задания ты бы заставлял своих друзей сделать, чтобы выбрать, кто из них достоин полететь с тобой в космос? Во-первых, я бы смотрел, у кого меньше уровень тошноты. Я бы забрал всех на те же американские горки и посмотрел бы, кто после. Кого бы вырвало, да? Да. Как бы отреагировал каждый. Где находится космодром Восточный? Он находится рядом с Балашихой. Как известно, Балашиха – это центр Вселенной. Там вообще все находится. А где находится космодром Восточный? Рядом с Москвой, мне кажется, где-то более-менее. А почему он тогда называется Восточный? Потому что он на востоке от Москвы, наверное. Логично. В принципе, у нас в России все так. Что такое цинки? Цинки – это такие штуки, которые вот это. Вот это цинки. То есть это палочки светящиеся? Конечно, это похоже на цинки. Если бы у тебя школа на другой планете находилась, ты бы в нее ходил? Ну, очень далеко. Так можно опоздать. Если бы ты была в космосе и вдруг увидела пришельцев, что бы ты делала? Помахала им. А на Землю бы его позвала? Да. К себе домой прямо? Да. И чем бы вы здесь занимались с ним на Земле? Он бы за меня уроки делал. Ну, типа, стирать за мамой будет. А мама будет отдыхать. Ты хорошая дочка. Нет, я очень плохая. Знаешь, что такое Роскосмос? 1, 2, 3, 4, 5. Ты только до 5 умеешь считать, да? Ой, я сказать-то боюсь. Закончи. Космос на вырост.